Юбилейная международная конференция «Адвокатура. Прошлое, современность и будущее» прошла на базе Национального университета Одесская юридическая академия. К форуму подключились не только практикующие адвокаты, но и студенты, которые только начинают свой путь в этой профессии. Все проходило в уже привычном формате Zoom-конференции, ведь много спикеров так и не смогли присутствовать лично. Более того, благодаря такому формату большее количество студентов факультета адвокатуры Одесской юракадемии смог прослушать лекции от квалифицированных правоведов. Подробности в нашем сюжете. Синергия студентов и уже состоявшихся профессионалов своего дела. Именно так неофициально отзываются о международной конференции адвокатов сами юристы. В этом году мероприятие прошло в обновленном режиме, но уже традиционно на базе Национального университета Одесская юридическая академия. 10 лет подряд практикующие адвокаты, судьи и студенты не только из Украины, но и за рубежа обсуждают актуальные проблемы нынешних дней. И международная конференция, которая сегодня проходит 10-й раз, юбилейная конференция, кафедра организации судебных и правоохранительных органов, факультет адвокатуры нашего университета проводит вот эти конференции. Сегодня принимает участие почти 1000 адвокатов. Сегодня адвокаты не только с Украины, из Соединенных Штатов Америки, из Франции, из Беларуси, из многих других стран принимают участие в системе онлайн. На юбилейной конференции глава Совета адвокатов Одесской области Иосиф Бронс напомнил гостям, юридическая академия – это вуз, где получают качественное образование. При этом для успеха студенты должны работать, не покладая рук, и самосовершенствоваться. Академия делает многое для того, чтобы воспитывать надлежащих профессионалов, но само желание Академии, усилия, которые предлагает Академия для этого, недостаточно безответных действий и желаний самого студента познать больше, узнать, обогатить себя, расширить свой кругозор. Потому что профессия юриста, она предполагает специальное образование, но без общего всестороннего образования юрист не может состояться. Студентам факультета адвокатуры предоставили возможность послушать доклады знаменитых, более маститых коллег по ремеслу. Начинающие юристы и защитники также принимали активное участие в обсуждении, а лучшие студенты даже сами выступили со своими научными работами. Множество наших студентов, большинство наших студентов подготовили тезисы для участия в конференции, и они будут опубликованы, эти тезисы. Это первые, у кого-то первые, у кого-то уже не одна публикация, но тем не менее это первые шаги в научной деятельности. Руководство университета все эти годы, вот все время существования университета направляло свои усилия на повышение уровня профессиональной подготовки будущих юристов, развивала сферу взаимодействия с будущими работодателями, в том числе с адвокатским сообществом, ведь многие наши выпускники – адвокаты, достаточно успешные, известные адвокаты. И Сергей Васильевич Кивалов внес в этот процесс, вот процесс развития взаимодействия с адвокатским сообществом огромный вклад. Напомню, Национальный университет Одесская юридическая академия – это вуз, который не только обеспечивает адвокатов качественной теоретической базой. Здесь юношам и девушкам обеспечена производственная практика в лучших нотариальных конторах и адвокатских бюро региона. И главное – официальное трудоустройство.